Я расскажу, что в Норильске скоро будет очень жарко. Почему это произойдет? Об этом как раз, скажем так, пойдет речь. Ну, я вам расскажу сегодня об энергоповедении. На самом деле такого слова не существует. На самом деле такого слова не существует, энергоповедение. Но я хотел бы рассказать о том, как мы, горожане, влияем на энергопотребление сегодня. То есть вы и я. Но буквально перед этим хотел маленькое слово сказать о том, кто перед вами. Я родился в Центральной Азии, а потом я прожил свою сознательную жизнь в Западной Европе и сегодня работаю в Москве. И когда я жил в Центральной Азии, то я делал достаточно глупые вещи. Я включал холодную воду на кухне. Только для того, чтобы холодная струя могла каким-то образом охладить помещение. Это, в принципе, очень сильно шокировало моих французских друзей. Да. И я хотел бы рассказать об энергоповедении очень кратко через факты, которые уже многими не оспариваются. Это те факты, которые произошли, и те тенденции, которые мы видим эмпирическим методом. Ну, сразу перейду к первому факту. За 40 лет мы удвоили наше энергопотребление. Что это значит? Это значит, что мой дедушка со своими друзьями намного меньше потреблял энергии, чем я. Как это произошло? Сегодня у меня есть 2 сотовых телефона, один рабочий, другой домашний. То же самое с компьютером, автомобилем и так далее, так далее. Только с квартирой не так. И наверняка вы тоже узнаете себя, вы видите, как вы потребляли 5 лет назад и как вы потребляете сегодня. 20 лет назад невозможно было представить, что в одном доме может быть несколько телевизоров или несколько телефонов, или же разных аппаратов, как вот iPad, планшетники, цифровые фотоаппараты. Этого не существовало. И с каждым годом эта неуклонная тенденция больше и больше потреблять энергию, она присутствует, и ее никак невозможно избежать. То есть это уже стиль жизни, это комфорт. Это комфорт людей нового поколения. И если мы просмотрим, что произойдет в будущие 20 лет, уже не 40 лет, то мы увидим, что еще раз мы удвоим наше энергопотребление. Вы представляете, мы в два раза еще уменьшаем тот срок, за который удвоим сжигание нашего топлива ископаемого. Хорошо, у нас есть большая жажда, у нас есть большой аппетит потреблять все больше энергию. Но это на самом деле это оставляет свой след. Сегодня, чтобы произвести электроэнергию или тепло, нам в большинстве случаев необходимо сжигать ископаемое топливо, как нефть, газ, уголь. И сжигая все это топливо, мы выбрасываем громадное количество вредных веществ в атмосферу. Вы знаете из курсов географии наверняка, что есть такой парниковый эффект, который позволяет нам иметь достаточно комфортную температуру на планете. И лучи Солнца, проходя через парниковые газы, они отражаются от поверхности планеты, некоторые возвращаются в космос, а некоторые задерживаются. Да? И чем выше концентрация парниковых газов, тем, соответственно, выше температура на планете. И это, собственно, называется глобальное потепление. Но я вот жил во Франции в 2003 году, и тогда, в этом году, погибло 15 тысяч человек от жары. Это было невыносимо. В Европе погибло 35 тысяч человек. В 2005 году было зарегистрировано в 200 городов мира рекордные показатели температуры. 2009 год – чрезвычайное положение в Казани. Горели поля. 2010 год – вы видели, что произошло в Москве. И, к сожалению, этот лист, он все больше и больше. И это уже не какой-то фильм 2012, а то, что происходит в реальном мире. Есть третий факт. Глобальное потепление очень сильно влияет на таяние льдов. То есть всего за какие-то 40 лет 40% территории всех полюсов сократилось. И это тоже неоспоримо, мы это видим сегодня со спутников. То есть мы видим постепенно, как эта территория все уменьшается.
Территория равна 5 странам. Это Украина, Белоруссия и Прибалтика. Вы представляете, всего за какие-то 40 лет. И мы можем проследить такую тенденцию, что через 50 лет их вообще не будет. И дело не в том, что исчезнут какие-то красивые белые шапочки у Земли. Нет. Когда Солнце попадает на поверхность льда, 90% всех лучей обратно уходят в космос. Если же эти лучи попадают на поверхность воды, то 90% остается. И в этом проблема. То есть мы в геометрической прогрессии начинаем продолжать печь нашу Землю. Но есть и приятный факт. Когда мы экономим одну единицу энергии у себя дома или в офисе, это равняется 3 единицам, сэкономленным на электростанции. Ну, очень кратко, если 100 единиц мы угля, например, сжигаем, далее получаем от этого 35 единиц энергии, и далее прогоняем их по линиям к вашему дому, еще теряем в пути 2 единицы. Итого всего получаем от 100 единиц 33. То есть вы, если бережете дома, то от этого выигрываете. Что я хотел бы сказать впоследок? То есть вы видите, что горожане, являясь самым большим энергопотребителем, очень сильно влияют на окружающую среду и то, где мы сегодня живем. Я хотел бы обратиться к вам и попросить вас более рационально относиться к энергопотреблению. Это не означает, что вы должны сидеть в темной комнате и без тепла. Да? То есть я, например, не готов отказаться от автомобиля. Я не готов отказаться от тех устройств, которые у меня есть. Это мой стиль жизни. И я без этого просто не я уже. Я прошу вас о том, чтобы вы, уходя из дома или уходя с кухни, с ванны, откуда угодно, выключали свет. То есть выключали те приборы, в которых вы на данный момент не нуждаетесь. И вы будете удивлены, насколько мы можем сэкономить энергию. Сегодня мы можем сэкономить 45% энергии в России. Выключая свет, вы выключаете печку, которая сжигает нашу планету. Выключая свет, вы также возвращаете жизнь тем животным, у которых мы сегодня таким наглым образом ее отнимаем. Медведи с каждым годом все больше километров проплывают, чтобы найти себе пропитание. Кстати, вот невеста моя находится здесь. Она очень трепетно к этому относится и выключает свет только из-за этого, из-за того, чтобы спасти этих белых медведей. Выключая свет, я хотел бы, чтобы вы не думали о той энергии или деньгах, которые вы сэкономили. Нет, дело не в этом. Чтобы вы ассоциировали это с тем, что вы даете свет другим людям. Сегодня 1,5 миллиарда человек на планете до сих пор не имеют доступа к электроэнергии. И это факт. И те 2-3 электростанции, которые строятся каждый день в мире, они куда идут? Они не идут к ним. Они идут на наш новый мобильный телефон или же новый гараж и так далее. Ну и последнее. Выключая свет, также думайте о том, что вы помогаете улучшить свое здоровье и здоровье своих окружающих людей. Потому что атмосфера, качество атмосферы, воздуха, она с каждым годом ухудшается. И это также из-за того, что люди все больше сжигают ископаемое топливо на заводах и на электростанциях. Сегодня каждый 4-й человек в Европе болеет астмой или аллергией. То же самое со мной. Лев Толстой сказал, что каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя. То же самое сказал практически Ганди. Хочешь изменить мир? Начни с себя. Я прошу вас начать с себя. Спасибо.